Сегодня 3 апреля. У нас второй день вылупляются цыплята. Вот ждем появления цыпленочка. Один только что вот появился. Вот он обсохнет. О, встал. Встал и сразу кушает. Хотя, говорят, первые сутки ничего не едят. Все, и пьют, и едят. Потом получаются вот такие вот цыплята. Это вот то, что вчера и сегодня вывелись. Поим их витаминчиками. Вот такие петушки и курочки. Здоровенькие. Вот та еще чуть-чуть только родилась тоже, я его убрала. Еще сырой вот этот вот справа, который. Который крупный, это вчера родился, вот впереди. Справа, который, это вчера вечером. Этот с утра, самый первый, который крупный уже ему сутки. Такие курочки.